Друзья, всем привет! Сегодня подготовила для вас вот такое вот рельефно-ажурное переплетение. В масштабном изделии смотреться будет бесподобно, гарантирую. Предлагаю перейти к мастер-классу. Раппорт составит 2 петли и 4 ряда в высоту. Пряжа в образце Charm Vita Cotton, 100% мерсеризованный хлопок. Переходим, все внимание на экран. Первый ряд раппорта я снимаю кромочную, затем провязываю 2 петли вместе лицевой. За заднюю стенку получившуюся возвращаю на левую спицу, завожу за нее спицу, вытягиваю нить и провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку. Повторяю, 2 петли вместе провязываю лицевой, получившуюся петлю возвращаю, завожу за нее спицу, вытягиваю нить и провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку. Так вяжем первый ряд до конца. Второй ряд. Снимаю кромочную, провязываю 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. И вот из этого промежутка вытягиваю нить и накидываю ее на правую спицу в виде петли. Повторяю. 2 петли провязываю вместе лицевой за заднюю стенку и вытягиваю нить на правую спицу. Третий ряд, кромочная, изнаночная и лицевая. Чередую изнаночную петлю с лицевой до конца третьего ряда. И четвертый, заключительный ряд, провязываю по узору кромочная, изнаночная и лицевая. Изнаночная, лицевая до конца четвертого заключительного ряда. Друзья, очень простой способ провязывания для столь оригинального узора. Сохраняйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также переходите по ссылке на мой дзен-канал. Там всегда найдется что-то интересное для вязания в плане идей. Желаю вам отличного настроения и скоро увидимся!